В руках Юрия Ивановича Павлова великая ценность – медаль президента, юбилейная в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Таких наград одна на миллион, говорит ветеран, так же, как и Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней, суровая, голодная, но победоносная, коснувшаяся каждого дома в поселке, где вырос Юрий Иванович. Вы знаете, как трудно люди жили? Все было разрушено, все было, ну... Ведь, честно говоря, кушать нечего. День и ночь только где бы что-нибудь покушать. И ведь, знаете, вот в 45-м году война кончилась. В 47-м году мы уже стали жить более-менее нормально. Мы уже покушали хлеб. Свой собственный. В Куйбышевском районе в поселке Сухая Самарка проживает 61 ветеран Великой Отечественной. 26 из них получили юбилейные медали и ценные подарки от администрации района. В 55-й школе старикам всегда рады, не только по поводу. В учебном заведении много времени и внимания уделяют работе по патриотическому воспитанию молодежи. Мы отдаляемся от эпохи Великой Отечественной войны, и наши дети в силу возраста своего уже воспринимают Великую Отечественную войну, ну, как очень далекую. Постепенно из жизни уходят наши ветераны, и их скоро станет совсем мало. И поэтому наша святая обязанность довести до души ребенка значимость подвига великого нашего народа. Ветераны на школьников смотрят с надеждой. Им поднимать страну, им и жить в ней. И если они будут помнить истории, рассказанные теми, кто воевал, то, как и прежде, Россию в обиду не дадут. Марианна Мирная, Максим Гусев. События.